Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я прочитаю вам сказку из книжки «Моя мама самая лучшая». Сказка называется «Как бы белый медвежонок звездочку искал». Звери живут повсюду на белом свете и даже на севере, где одни снега и льды, например, белые медведи. Медвежонок Бимка очень любил свой холодный край, ведь он здесь родился, здесь жила его мама. Каждый вечер он поднимал голову вверх и любовался темным небом. Что-то оно покажет ему на этот раз: разноцветное северное сияние или серебряные звезды. Сегодня они сверкали особенно ярко. И вдруг одна из них как будто спрыгнула с небосвода и прилетела к нему медвежонку. «Мама, мама, ко мне звездочка с неба прилетела!» — обрадовался Бимка. «Как здорово!» — ответила мама. «А знаешь ли ты, медвежонок, что когда с неба падает звездочка, нужно загадывать желание?» «Я не знал!» — расстроился тот. «Выходит, я прозевал свое желание!» Бимка не мог этого допустить. Он тут же отправился искать звездочку. Медвежонок перерыл все сугробы, заглянул под каждую льдину, но так ее и не нашел. «Мама», — горько сказал он, — «моя звездочка пропала, а вместе с ней мое желание». «Погоди расстраиваться», — приободрила его мама. «Ведь с неба упала только одна звездочка, другие-то остались на месте. Передашь им свое желание, они точно его услышат», — обрадовался медвежонок. «Если будешь говорить громко, обязательно услышат», — пообещала мама. И медвежонок закричал на весь Северный полюс: «Звездочки, я очень хочу пароход, только настоящий». «Настоящий пароход?» — удивилась мама. «Зачем он тебе? Если бы у меня был настоящий пароход, я бы сел на него и поплыл далеко-далеко к своему бурому брату-медвежонку. Я слышал, у него есть мед. Еще я слышал, что мед очень вкусный. Так хочется попробовать, ведь у нас на севере только рыба». Рассказал он звездочкам свое желание и отправился спать. А утром... «Эй, Бимка, вставай, посмотри, что у нас есть!» Открыл Бимка глаза, а у берега стоит огромная льдина. «Чем тебе не пароход? Большая, крепкая, куда хочешь на ней плыви!» Обрадовался медвежонок. Сели они с мамой на льдину и поплыли. Конечно, медвежонок был капитаном, а мама штурманом. Она знала, где живет бурый медвежонок. Плыл медвежонок на льдине и то и дело смотрел на звездное небо. «Спасибо, звездочки!» – шептал он. «Спасибо, что подарили мне такой хороший пароход!» И вдруг он догадался, что это не звездочки подарили ему пароход, а мама исполнила его желание. Пока он спал, пригнала для него самую большую льдину. «Вот кто моя звездочка!» — догадался медвежонок. «Как хорошо, что ты всегда со мной! Ты всегда исполняешь мои желания! Мама поможет исполнить заветное желание!»